Ну, ты еще история вылетел. Вар, конечно, а Да, что это капец. за... Что это за говно вар вообще? Он так мало дает. 5000 всего лишь. ПВП весь, который. Какой-какой? Ну, да Винчи. Ну. В начале рейда он ПВП был весь. Я думал, переоденется. За это смотри. Вар, ты откуда вообще взялся такой? Я тоже думал, что он переоденется. Вальку агрите. Кастуйте на нее бигдэм, на эту, как она называется. Все, уже похуй. Сейчас трэша дохуя будет. Не спальте с нее залупу эту отхиливающую. Чтобы сделать фурика. Вар, я, короче, не понимаю, ты в ПВП играешь или что? Я что-то не могу понять. У него будет ПВП с лечом. Начал вара собирать. Ты твинк чей-то или что? Я просто не знаю, новенький какой-то. А чей ты твинк? Код. А, ностальгия, которая. Все, вспомнил. А, у всех лагает в последнее время. Это же не только у меня все творится. Сейчас за лагом было. Потому что какой-то пиздец творится. У меня такое ощущение, что все равно кто-то был вылетает, все провисает, а потом возвращается в жизнь. Сейчас еще Вальку приведу. Чтоб потом не пулить, блядь, на синдре. Тут наверняка, да? Жалко, откидывалки у меня тайфуна нету. Валька сзади. Доу побежали. Тут побежал умирать. Ну бегите, какой-то хил за ним, блядь, хули. Ведите Вальку. Если возможно откидывать ее, если есть. А элема нету, совы нету. Даже же можно и на бегу танчить. Че, в РБК не ходили никогда?
Оставь группу лут на ленточку. Что, выпало, нет? Ленточка. Нет. Войт, я отойду на минуту, холидринг. Угу. Дайте столик маги. Ёбаная залупа, блять. Пидорасы, сука, кто эти метки придумал? Сука. Нажимаешь, блять, удалить, они не удаляются. Четыре шотку ебаную смотреть. Подушка в квадрате. В треугольнике буду. Подушка тут нет. Пиздец, подушка, где ты? Подушка, работаем. Даю отчет. Где он в квадратик? Не здесь, вон в квадратик на 3D метку. Наберите, пожалуйста, Рунджу и отойдите от ДЦ Приста, прошу вас. Эльнура, прошу. Спасибо. Топоры в три метки. Под боссом и квадрат, и треугольник. В треугольник унесите метку, или так и будете нахуй две метки под боссом стоит. На ком там было? Подушечка, флегматизм, да винчи, ясно нахуй. Флегматизм, танк. Танчит трэшевоз. Я в РДД. Ты стоишь в РДД, подушка. Там под боссом челики. Нет, я стою в самой жопе, просто в конце. Подожди.
А что, блядь, вар таунтит или что, не могу понять, что вы делаете, нахуй? Там надо бы забрать босса. Интересно, заберут, нет? Или что, что там, 8 стаков? 9 стаков забрали. Сейчас можете уже не сносить нихуя, просто добивать. ПС какой-то ебаный, блять. Да, был моим любимчиком, как и гниломорт. Молодец, что оставил столько газа. Я его даже чувствую. Так, штаны, скорость, меткость. Уважаемые пуги, маг и ШП, надо вам эта шмотка? Так, у меня такая есть. ШП тебе не надо? Эту хуйню. А, ты ролишь. Ну, кидай, кидай ролл ШПшник и кидайте все остальные ролл на штаны, скорость, меткость. Так. Все понятно. Личина забытых. Это распыл, скорее всего. Да ебаный в рот. Так, кольчуга. Что бесполезное? Что, осколок есть? Ставьте шкаф там. Да, да. Кровь нужна кому-то? Да, от маг только подходи быстрее, там мы еще пульнем, начнем без тебя. Так, значит, Варахель, подушка зачем-то нажимает. Да, Винчи, он пишет кровь. Вархель, тогда да Винчи отдаем, да? Диаквеста нету. Значит, Вархелю отдаем. Так. Осколок. Все, и холидринка еще сманить. Забирай. Разберитесь, кто там слизни водит, кто там... Лендрин, ты решил повторить мой подвиг на сутки? ДКшник, кидайте горн. Кого? Забафайте его.
осколок, объект. Че у тебя, блядь, вторая была, что ли? Нет, я промазал. Луги, шипы, маг, вам объект надо? Кидайте ролл на объект все. Так. Жив болт там. Угу. Перчи. Так, код ролит. Кидай код ролл и остальные, кому надо, запы. Так. Угу. Так, запы на Эльшаму. Надо кому-то. Что там забрал? Да, забрал. Подушечка, тебе запы нужна? Сейчас отдам. После ивента. Рахель, у тебя вторая кровь есть? Тут она не отдается тебе. Ну не знаю, сейчас пойду посмотрю еще раз. На профос умнете тогда. А вот отдалась. Так, Пиликов вводит Holy Drink. Квадрат. РДДшников кружок, Big Dam. Кто на ком там танки? Поставишь? Угу, только вот добегу, блядь. Ой, ты уже прибежал. Стоит рыба. Определились, кто там пукли, путончик. Вроде да. Бери Святоса в 8-ю группу, если не сложно.
Уже после боя, наверное. Хуже отходить. Лужа, сейчас смотрим. С лужи выходим. Рофлите нахуй. В одной куче, блядь, стойте все, пожалуйста, в печеньке нахуй. Хули вы бегаете, как ебаные истерички, блядь, по всей комнате нахуй. Перевели. Перевели мозг. Здесь сел ноги на стол, но что сесть ровно, по красному играете все. Пельмени полетели, аккуратнее, блядь. Вы что, совсем кривые, блядь? Милики, вы тоже от них отбегать должны, если что. РБД все в прогрешок. Берегитесь. Пельмени полетели, отбежали. Блять, на мне уже квадратик, а не прогрешок, так что смотрите внимательно. Оба 3 секунды. Я слизни играем. В череп все сбежались. Отлетели обратно в кругляшок, все встали, РДД. В одну точку в кругляшок. Пельмени полетели, разбежались. Ну, сейчас ловите, откидывайте, убегайте, убегайте от пельменей. Добейте этого хуя. Обратно. Кругляшок, блядь, все РДД. Хули вы носите игры по всей комнате опять? В кругляшок ушли все? Беги, малышка, по красному беги. Играем. Пельмени полетели, ушли. Пидоры, блядь, что захилить нельзя, нахуй? Мэтфокс резай бой, да? За красного убегай, убегай, убегай. По красному играйте, что вы, блядь, не бьете красного совсем, нахуй? Милишники, блядь. Вас это тоже касается, нахуй. Вы, блядь, бросили босса, пошли бить красного, нахуй. Хули он бежит через РДД зону, его бьют одни РДДшники, его просто болт забили, блядь. Пельмени полетели, РДД отошли за кругляшком. Каску приставав дайте по войну. В этот, в череп все сбежались, по зеленому играем. Встали все в кругляшок, РДД опять. Сейчас пельмени будут, быстрее добивайте и разбегаемся. Добили, разбежались, пельмени сейчас полетят. Уже летят пельмени, отошли все. По красному играем. Милишники пошли красного бить. Из лужи выйдите. Пельмени отошли. Не бывайте красный. Валкар, да, СС по хули дринку. Все мини полетели, отошли, продолжайте. Зеленый вышел, милишники, вы долбоебы нахуй, что вы там делаете, блядь? Я думаю, можно падать. Череп, все сбежались. Не добьем. Че там? Ну, да, наверное, блядь.
Да, там пиздец будет на последней фазе. Ложитесь, стой, не пей уже. Ложитесь, падайте. Берегитесь. Боже, зайдите все, да? А, я сейчас убью вас. А скринил кто-то ДПС с рука? Нет. Там 250 вроде вышло. 290 там, 297. А, это на гниле было. Есть там кто-то на замену, блять, потому что это пиздец залупа. Джбрджи на КД? Да нет, по-моему, не было в первом рейде. Ну, спрашивайте в гильдии, есть кто там? Кто пойдет? Там я какой-то сидит. Может его кикнуть нахуй? Нахуй он сидит? Не, не, нахуя ты будешь уступать, если наоборот людей не хватает? Как бы сейчас это, блядь, с Холи Пал еще начали с этого спортопала начали агро сорвать, пока ты будешь в чем-то сидеть. И мы еще вайпнулись из-за того, что кто-то агро сорвет. Че? Давай, шкаф. Получаем раз. Ты ей бы вообще нахуй. Вы не занимаетесь, дрочите, блять. Валкар КДСС? На зачем этого. Зачем сайтаться 8 групп, пожалуйста? На хули дринка, дай. Либо кикни вообще просто.
Сам говори, чё кого, как ты говоришь. Просто я хилю, когда смотрю только на этой панели, блядь. Даю отчёт. 5, 4, 3, 2, 1. Мин пошёл, пельмени лучше. Че, ложе пить-то будете или нет? Кукла, кукла вылетела, походу. Растягиваешь, наверное, блядь. Броджину похуярьте, в ПМ пойдет, он нет, чё за хуйня, блять. Рейд из говна, из какого-то нахуй. И пала, блять. Имя имен вон не ходит. Может, имя имен кикнуть? Зачем он в гильдии, если он не ходит с нами на РТ? Да, не в ДПСе. Ладно, уберем этого. Имя имен, что там, Ванцент, имя имен, что все, и еще какой-то пал, да? Давай поищем. Так, что все. Ванцент. А как пал? Кто помнит? Титикака. Точно. Нахуй нам такое надо, блять. Демонстративно сидит в другом рейде с пугами. Ну, два носка он не онлайн, как бы. Не за что кикать пока. Да не, я просто... Он что-то перестал сейчас последний раз играть, может быть отойдет, отдохнет. Притона зайдем, да. Вара чилить отправим. Вар 5к ДПС тут не нужен. Вообще ни в каких обстоятельствах он тут такой не нужен. Вот если бы рейд получше был, да без пугов, еще можно потерпеть. Но все идет по пизде, люди делают хуйню, поэтому иди в Долоран. А, на мейна. Тогда кого убрать, блядь? Давай посмотрим по ДПСу. Кота, наверное. Кто там еще больше? 5000. Криптолка можно убрать. Криптолк, на призана зайдешь? Давай, заходите нахуй на мейнов, пойдете нормально. А то я ебал эту залупу наблюдать. Трэшевоз, диси. Ты вылетел или что у тебя за хуйня? Танчи также босса, пускай он в кукле сидит, а то вдруг опять вылетишь. Значит, танчи босса. Криптолк тут? Заходи на кота, кто там? Святос, Навара, заходи. Нахуй еще вы заходите, маленький, ну типа, блядь, мы и так нахуй рейд, блядь, идет. Как это, блядь?
На святом духе, блядь, боссов убивают, блядь. Что на твинов заходите, блядь. Где там этот призом? Ты тут? Пойдешь на этого, как он называется, на шамана? Нормально, чтобы проходить рейд. Так, призом. Так, и кого мы убираем? Что-то я не понял. Открою это Сорфанга ДПС, посмотреть, что. А у меня не сохранилось, блядь. Вар ты убрал, криптолка ты поменял уже. Историю там 9000 ДПС, я дал. Ну, он вылетел. И все, после него уже болт, сенатор, вот у нас... Что у нас то еще из пугов там? Ну, ШП дамажил. Маг 12 кадал. Ну вот, меньше всех дроид дамажил. Ну и плюс он это. Ты милишника на милишника поменяешь. Че, сенатора, да? Ну да, в принципе. А кого еще больше некого? Сенатор, ну ты тут, в Дисе? Ну, портуйся в Долоран тогда. Свичнем тебя. Он такая пишет, у него 30 минут всего. А что ты хотел, блядь, за полтора часа пройти, что ли? Типа, ну ты должен изначально был рассчитывать, что рейд будет часа 3. Понятно. Ну, оно так всегда есть. Давай тогда так. Ризанов хила. Сенатора обратно. Я так понял, не спекаться. Кому? Холидрин. Да, в принципе, давай танчи, а я это самое в сове буду. В принципе, призан давай пока подамажь, я в сове похилю этого босса. А может похилю, вообще хуй знает. Или ты спекнулся уже? Ладно, давай тогда я сову. Проще будет. Для призана не самый хороший босс, это чтобы его дамажить. Он же статичных боссов ДПС дает. Да, да, в принципе, тут это... Ставлю рыбу. Сейчас еще спекнусь. Где Мэтфокс там? Суммните его. Мэтфокс, ты где? Че, спок поводишь, я фоку запрону. Еще надо рейды сделать, чтобы это были все бафы. Блин, надо демона, блин, где-то. Я не знаю, где сил, нет. Демона. Ты ему в ПМ напиши споку, он дис или нет, я не знаю, по-моему, без диса. Мэтфокс, ты где? Ты там, ты демон, у тебя есть или нет? Жри рыбу. Дестрик. Ой, блядь, извините. Поперхнулся. Волкар, что тебе там не хватает? Холи дринк. Я с рыбу хову. У тебя демон возле. Типа совсем грустно без демона. И без элема тоже грустно. ШПшник. Готов, нет? Да я чё? 5, 4, 3, 2, 1. ДПС было бы значительно больше у всех кастеров. Был бы демон. Cast.
Лаги ебаные, пизда просто. Сейчас немножко может быть не замедлен слизень. Давайте отойдем подальше, кружок отойдите дальше подальше. Дальше отходите в кругляшок. Подальше на максимум от зеленого. По зеленому уже начинаете играть. Обратно всех по кругляшок. Давайте быстрее. Стены, блядь, признали, признали, блядь, собак, приеду лучше. Что-то я ничего не чувствую. Что? Это еще откуда? Пельмени полетели, отошли. Уводи босса оттуда, нахуй ты его стола держишь. Ностальгия, рез вижу от белта. Сейчас красный появится. Красный появился. Берегитесь. Уже. И пельмени полетели. Он реснет его, нет? Ностальгия. Жуй болта. Берегите. Пельмени полетели. Черепок все сбежались, зеленого убьем. Обратно в кругляшочек все. В черепок сбежались. Пельмени полетели, отошли мне передышки. Сейчас красный появится. За кругляшком подальше отойдите. Пельмени полетели, отошли. Углешок отошли, все, сейчас зеленый появляется. Все в круг встали, РДшники. По боссу стоп. Полетели. Сейчас слизня. Пельмени, отбегайте. Не дохните нахуй все, блядь, под пельмени. Люди, вы не должны быть там, нахуй. Вас не должно туда откидывать вообще, блядь. Ну давай попробуем. Так, Вадикон. Вадикон сейчас появится. Ану, встану. На фазе или. Или что, успеем? Нет, не успеем. Красный появился. Встанешь на фазе, короче. Блин. На красного сейчас дадим Киру. Надо бежать, блять, сильно. На кого повешается, там ботинки прижимайте, убегайте от него, он будет незамедлен, его надо максимально быстро слить. Все сейчас бьют красного слизня, никто не бьет босса. Абсолютно все бьют красного слизня. Он должен умереть очень быстро. Убегай, блять, убегай на ботинках. Если он его догонит, это лайк. А он его догонит. Мудфок, срезай этого. В твоей пати приста. Слушай, выходите. Ман, блядь, еще кончилось. Ебать, прист. Милишники, сейчас колбы будут подъебало, забегите. Че вы на трех стаках меняетесь, блин, нахуя? Пельмени полетели, РДД, отходите. Сейчас я буду таунтить.
добираю обратно. Буду забирать стаки сейчас. Да нахуя, Боб? Еще забрал. Берегитесь. У меня не полетели ордовые. Главное, в лужах не сдохните. Короче, на следующий еще раз заберу. Через 5 секунд. Так, еще забрал. Аккуратнее, там колба, РДшники, не подходите к колбам. Куда, а куда вы заводите в угол куда-то нахуй? Пельмени, ну, полетели. Ну, типа вы сами себя зажали, я не знаю. Восемь процентов. Вот на мне 4 стака. И ничего интересного. Чё, пизда? Гимн на хп кастую. Да уже там не добьете. Там 9 лямов. Он уже отхилился. Не, он отхилился уже, да, чем-то? Ну, когда челик умирает. Блять. Рома. Вы, блять, ну, на танках вы чё, блять, пьяные там, что ли? Или чё, вы первый раз его водите, что ли? Или как это работает? Ну. Кто нас танчит вообще? Я что-то уже Ты играть где? Расхотел, нахуй. Ты такой залупый, блять. Нахуй вы его постоянно ведете, когда он, блять, нихуя не кидает, блять. Просто увели его из нормального места, привели в какую-то жопу, блядь, людям некуда бежать, блядь, и все стоят, просто умирают, блядь, потому что просто тупо бежать некуда, там везде лужа. Ты просто встал, блядь, ждешь, пока прилетят, сука, ну, поставятся ебаные колбы. Колбы поставились, отвел. Если бы у тебя прилетела зеленая лужа, отвел. Все, блядь, все остальное время ты стоишь на месте. А что там было перед фазой? Зеленый появился, и люди рядом с ним стояли, все сдохли, что-то было, блядь. Там милишника, походу, какого-то, я не видел кого, но откинул его в центр, блядь, слизень его выбил в таргет, А-а-а. Просто и на него пошел и убил его, нахуй. Нормально. Да. Неплохо, но вообще нормально. Вы там, если милики забыли, блядь, и это, не вставайте хороводом вокруг слизня, блядь. Там, в принципе, холидринка уже нет. А кто там, блядь? Там история есть. История, вот на тебе будет квадрат. Вставай в ту сторону, куда должны вставать и отлетать милики. К РДД они должны отлетать. Все вставайте в квадрат милики. Если вы не понимаете, нихуя. Вокруг слизня не надо хороводом вставать, чтобы в разные стороны отлетать. Потому что вы отлетаете в центр, вот как сейчас было. Туда все добежать не успеют, блядь. Слизень до вас дойдет и вайпнет 3-4-5 человек, как сейчас было. Если такую хуйню будете исполнять, блять. Короче, еще вайп, и я ебал нахуй, будете сами доигрывать эту хуйню. Три босса будете добивать и все нахуй. Ну а кроме их истории, кто там? Там Святос есть, вот давай на Святоса. Не надо от красного блинка бегать, от красного ты просто на тебя повешался, его замедлил, ты просто бежишь. Бежишь ну, так, чтобы милишникам было ближе бить. Вот ты условно вот стоишь вот здесь вот где вот стоит вот печенька, да, ну я примерно вот здесь тусуюсь весь бой. Надо поесть. Ешь рыбу, чё вы стоите? И когда от красного убегаете, не бегите вот здесь, вот, то есть вы вот от него, вот вы условно вот здесь стоите, где печенька, да, вот вы побежали, блядь, не бегите, пожалуйста, вот здесь вот, вот тут не надо бежать. Вот тут будут стоять колбы, вы нахуй в них забежите, взорветесь, блядь, и сдохнете тоже. То есть бегите вот, мимо профа, вот здесь мимо милишников, вот тут пробегаете от него,
И там уже начинаете уходить, чтобы он вас не догнал. Подушка, свитбупс, подушка. Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Cast. Хорошо, подошли все. Играем поэтому играем по слизням, будет больше урона слизням. Он уже должен был умереть, если не дойти до нас. Человек, который сейчас ты сбоку стоял, то есть если ты будешь стоять в кругляшке, тебя будет откидывать вместе с кругляшком, а не вот так вот в сторону, как тебя сейчас откинул. Тельмени полетели, отошли ордены. Все, в кругляшок обратно все встали. Восемь миликов колбу словили. Молодцы еще. Перебежали за кругляшком обратно. Пельмени полетели, отбежали. Красный сейчас появляется. По нему дамажим. Пизда лагает. Из-за чего так лагает? Че, по красному будет кто бить? Нет вообще? Берегитесь. Пельмени полетели, отбежали, арбуры. Ванная лужа, блять, за кругляшком уходим. Сейчас зеленый появляется. Все стоим в кругляшке. Лишники, которые отлетели, тоже все в кругляшок. Сколько ебаные пельмени, блять, сейчас будут. Дай не сейф какой-нибудь массовый. Они уже прилетели. Не, нет, они только что вот. Лужа. Красный появляется. Близко не подходите к нему, пока он таргет не выпьет. От пельмени отбежали. Красного замедлите. Будем стопать, еще зеленого убивать. Стопайте по боссу. Ушли от лужи. Берегите. Из лужи быстрее пельмени, еще дальше отошли. Сейчас он лужи допьет так. И все, по зеленому играем, он должен сейчас дотикать, по идее. Доты обновляйте на боссе. Лужу только вот эту большую быстрее успей выпить. Сбежались. Переводим. Берегитесь. Блять. Пельмени там, кстати. Быстрее. Успели, да? Угу. Да, только лужи кинул, блять. Только лужи да, кинул. Лужи. Вот это да, новые это лужи кинул. Главное, красный не появился. Главное, сейчас вести никак не по нормальному. Геру, давайте.
ТДшники в кружке. Дуглиша, встаньте все. Пельмени пришли, утошли. И обратно возвращаемся. Все, и обратно вернулись за кругляшком. Берегитесь. Отошли от пельменей. Обратно подошли. Все. Блять, ну так сразу же можно, да, типа, ну, чтобы вот без всего вот этого говна, блять. Что-то, что-то этот прист лучше Эльнурио играет, Нуры что-то прям сильно ДПС. Беготня началась, ДПС сразу в эти падает. Так, завоеватель, я тебе прист один давал, кому там второй раз надо было? Завоеватель. Там вару надо было, но его нету. Так, этот Варахелю дам тогда. Сейчас типа надо посмотреть полученный урон врагом. Еще если последний выпадет завоеватель, там уже паролем второму. Так, маг, тебе надо покорителя? Маг или кот? Покоритель надо вам? Кидайте ролл на покоритель. Все, кому надо. Все, магу отдаю. Эскол. Угу. Помоните там. Если сейчас будете агрить трэш, то не агрите 10 мобов сразу нахуй. Два моба первых ближних сагрите. А, ну там танк не 10. Короче, будьте готовы, блять. Дай бог всех сагрили. Не проебите танка, блядь, хильте хорошенько. И контроли готовьте. Станы, дизармы, фиры, кидайте всю хуйню. Вон по один и фиры покидайте, чтобы легче было прохиливать. Борьбай спрашивает, ДД, но надо? Чё надо? ДД. Ну, пока фу. Тактику убейте сначала.
заебал этого командира, бля. В итоге